Сколько, ну-ка, как? Да ты чего? Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. Сегодня будет прогулка с грибобасом до города. Надо там еще какие-то вещи, штуки 4 осталось, довезти бате. Грибобас, поприветствую зрителей. Приветствую вас, Грибобас. Всего самого наилучшего. Приветствую вас, Грибобас. Приветствует вас, Грибобас. О. Грибобас вас приветствует. Вот, вот это уже что-то. Понял. Спасибо, Джонни, спасибо. Пошли туда, нам туда же, вон туда. Ага. Я как оператор не могу нести сумки в руках. Ну, грибобас, они там пушинку весят, так ведь? Ну, тут лапа большая. Грибобас, ну расскажи нам, чем ты сейчас будешь заниматься, куда мы сейчас? Ну, сейчас мы, короче, поедем до моего отца, вот мы отвезем лампу, ту вся штуку, щетку вот эту, отвезем к нему домой. Вот, а потом поедем на 15-ю, пойдем на концерт. Вот, в клубе будет концерт, пойдем на него мы. А что, нам? Что за концерт? А, «Мамины глаза», по-моему, называется он. Только мне, по-моему, так. Только... Посвященный Дню Матери. Да, посвященный Дню Матери. Вот нам будет сходить посмотреть. Так, сегодня у нас, подожди, какое? 28-е? 28-е. Да, смотрите, вон снежок идет такой. Ага. Ну, я посмотрел по прогнозу. Вот, то есть... Вот, за машина осторожно. Минус 4. Ага. Вот. В принципе, не холодно. В общем, в эти выходные не пошли, потому что вот отцу надо вещи отвезти. Потом что-то еще у нас какое-то дело было. Потом еще... А, сходить в это-то? Ну, на концерт это уже... Да, нет, еще в городе-то, в лакомку сходить. А, ну это завтра. А, это хорошо. Завтра. Угу. Угу. Ну, собачки. Ух ты. 5 штук. Большие собачки. Ну уж не такие обычные. Да. Вон на дороге еще 2 штуки. А, еще 2 штуки, да? Ага. Заворачивай сюда. Ага, сейчас. Ну пока здесь на поселке снег не чистили. Тут пока завал со снегом. В избушку, конечно, надо идти хотя бы на 2 ночевки, потому что ночевку это маловато и тяжело. Вот если туда идешь, если не набитая дорога, мы в прошлый раз шли 5 часов. То есть надо пробивать дорогу, лыжню. Обратно мы, конечно, 1,5 часа шли, ну потому что лыжня уже была готовая. Лыжня уже обратно. Да. Вот, пока дойдешь, вымотаешься там, да? Ну. Потом. Сейчас снег вроде такой не лихий. Ты думаешь, не будет прилипать. Сейчас снег хороший. Ну, самое главное, чтобы вот если нас, ну как бы хотя бы вот в тундре будет хорошая такая корочка. Да, 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 да. Оно облегчит нам дорогу. А когда шел замутил, снег просто не прилипает. Вот, допустим, пришел. Угу. Ну, если пришел, отдохнул, там дрова пока туда-сюда. Да, все правильно. Вот. Ну, в этот день, если с утра, в принципе, можно и заготовить там сколько-то этих бревнышек. О, какие люди! Привет! Зеркасу. Привет, Серега. Там нету очереди? Нет, да. Это уже отлично, уже хорошо. Да, я уже думал. Так, вышли с грибобасом со сберкассы. Грибобас, так, не тяжело же тебе, да? Да нет, тяжело. Вон там лес уже, там зайчики, волки, лисицы там, да? Да. Вот там вот пожарная часть у нас. Правда, она сейчас за ветками, ее плохо видать. А ты каких зверей, грибобас, видел? Зверей? Да-да-да. Ну вот. Какие?
там Орел, Росомаха. Не-не, у нас в Унтинском районе. В Унтинском? Да. Волка, Зайца, Волка. А Волка-то где-то умудрился? Там, в Оренбурге там были, там волки были, да. Вот ты ж их не видел, только вой слышал. Только вой, да. А нет, самих я не видал, самих не видал я. Так а может это были дикие собаки? Возможно, нет, вой, как у волков был вой. Кстати, мы когда в избушке один раз отдыхали, и там аж это, ну, сидим в избушке, и там типа, знаете, ну, километра два от избушки было. Угу. Так, такой как бы лай собак, да? Да, да, да. Типа щенков, да? Да, 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 да. Ну или не знаю, или чей это лай. Ну, щенки там были, тоже там были. Или, там были собаки, или какая-то дикая собака там в лесу. Возможно, с так. С этими щенками там... жила, не пойму я. Да? Да. И там, по-моему, две или три собаки там было. Там много собак гавкало. Смотри, две-три там собаки гавкало. Гавкали, потом это выли. Вот. Потому что там собаки были дикие. А умеешь ты выть как волк? Нет, не умею. Я раньше умел хорошо. Да? Сейчас у меня просто этот, раньше как бы, ну я не курил, у меня я мог вытянуть вот эту ноту, вот эту. А-а-а, вой понятно. Этот. Вот сейчас не получится. Сейчас нет, да? Ну-ка. Что-то в этом роде. Какой-то дедушка-волк, да? Да, что-то так. О, палец стоит. Не, подожди-ка, у тебя, да? Кстати, интересно получается. Спасибо большое, Джон, я с тобой играю. Ну-ка, как? Да ты че? Да пошли, блин, сейчас автобус пройдет. Да. Ну-ка, попробуй, как ты, что ли. Попробуй. Мне кажется, это... О, кстати, у меня вот этот... Ой, блин, чуть не упал. У меня под ним не скользкий, иду хорошо я. А у меня скользкий. У меня нет, я иду отлично. Вот, кстати, вот это сейчас нота у меня вроде получилась. А что такое обозначает это? Ну, типа как в это... Вой волка. Мне так волк вдалеке, я так. А ты знаешь, что они вонючие, волки? Вонючие? Да, они вонючие. О! Нет, я не знал об этом. Ну, это. О, еще собака. Ага. Вот это, они, да? Это как бы. Ну, читал в книжках, вот и охотники, там, знаешь, вот здесь, ага, записки охотников почитать. Вот когда забивают волка, у него шерсть вонючая такая. Да? Ух, да, ты. Да. А я не знал об этом, серьезно говоря, я не знал даже об этом. Вот это нормально получилось. А я вот этот смотрел про ловушки для волков, и там описывалось, что они... Это... Вон автобус на шахте идет. А может быть на шахте есть? Должен быть на шахте тоже. А вот смотри, Джон, а вот сам шакал, он вонючий по себе или нет? О, я не знаю, я не читал про него. Понял, все, извиняюсь. Угу. Так, я пока положу сюда. У шакалов я как бы в Туркмении. Штук 6-7. Положи эту щель. Не на сюда, ты что, зачем? Вот. Там штук 6-7 видал. Я стою на посту на аэродроме. А там была, называлась зеленая полоса. Вот так зеленая полоса. Тут сама ромашка. А тут такой круг большой. Там стояло 5 самолетов, уже готовы к вылету, уже было все нормально. Вот я круг это охранял. Стою, короче, такой, автомат, а ночь уже, в час ночи, автомат, все, и выбегают 3 шакала. Они такие маленькие, вот такие вот, небольшие такие. И бегут, ну такие страшные, бегут, и как ребенок плачет, так, ау-ау, и бегут ко мне. Ужасно, меня так тили. Тут, наверное, сильное эхо, давай отсюда выйдем. Вот. А то тут такая... И я, да, короче, фу, пошли вон отсюда, короче. Вот, автомат наготовился, я мог стрельнуть, ну зачем это, шум поднимать-то. В общем, прогнал я их, такие, штука была некрасивая, мне никого не понравилось. Вот такая штука, они такие маленькие, такие противники бежали. Да, понятно. Вот, 3 штуки было. И еще, в Туркмении было очень много летучих мышей. Много было. Вот где соловая, заход, такой козырек висит. Там штук, ну как бы, штук 30-40. И такие, они висят с головой, и много-много висят. В 2, в 3 ряда. И такие белые. Вот идешь, они, ну, как, на тебя как нападают, типа того на тебя такая штука была. Вот тоже неприятная штука. Вот такую штуку я видал. Там что-то зрители какие-то вопросы задавали в перископе, я уже все, наверное, не вспомню сейчас. Вот. Что там? Автобус, это машины ковали, ну автобус. А-а-а.
какие-то вопросы задавали, сейчас не вспомню уже. Потом еще в Туркмении самый шаг. Он же маленький по себе. А это высокий за ростом. И съел на него. Ну я помню, у тебя фотка была, ты на ишаке сидел. У меня фотка была, да. Ноги по земле волочились. У него она тяжелая, как по зазами ноги. Вот так вот ногами доставал до земли. Ишака, сидел на ишака. На ишаке сидел. Красиво было. Ну, короче, пошли мы короче, поехали как? В командировку. Ну, мы, короче, поехали на три полка поехали мы. Вот. И был такой орел. Ну, орел, кажется, где-то, наверное, аж полметра, а крылья метра, наверное, по два. Большие крылья такие. И такой серый-серый. И такая, как это, пух такой, темно-коричневый такой пух. Так вот от груди вот так вот идет. Вот. И на груди такая белая, как ром такой, как галстук. Ну, большой орел. И такие когти были большие, сами так по три были когти. Слышишь, тот мужик, который, помнишь, мы ролик про президента снимали? А, это тот мужик. Привет! Привет! Ух ты! Не надо меня снимать. Вот, и, короче, этот орел... Что говорит, не пойму я. И там такой бежал, животное поймал такая, большая такая животное такая. Он как тямил, короче, и уволок. Вот. Ну, орел большой был такой. Вот. И сильный, наверное, очень. Вот. Ясно. Вон там эти тушканчики, как там, скорпионы, такие маленькие ящерицы, черепах. Черепах пустыни такие небольшие. Много было. Это сколько там 30-40 видел, много ползали. Я еще удивлялся, они как, любят, где вода, а там пустыни нет уже воды. Ползали. Змей, ой, вараны. Это сколько метра так, 2-2.5, такие песчаные, они похожи на крокодила. Такие толстые, лапы такие большие, такие вот штука такого-то. Такие когти торчат, но они очень быстро бегали. И за ним догнаться бесполезно. Да как они бегали? Ну он бежит, короче, знаете, как он бежит? Вот посмотри на меня. Он короче, как-то вот так вот, как-то вот так вот. Ну уже очень быстро, как дури, грынь. Грибован. Слышишь? Да. Давай, короче, этот. Вот оттуда вот и покажешь, как они бегали. Мы хоть порадуемся. Давай. Все, показывай. Вот хоть это, кто из детей смотрит, будет знать, как вараны бегают. И еще какая штука. Варан считается не как хищник. Он не нападает на животных. Но он земноводное же, да? Да. Он в воде еще любит, так это, полоскаться, в воде он, я видал. Вот. Не совсем так, но бывает, одну-два я видал в воде, как они так это. А язык у него над, как бы как такой на две части, да? Да, язык, такой длинный язык. И как еще, ну, у них же лицо, вот такое лицо, вот такого, да? Ну зубов, ох, много. А еще говорят, укус очень можно это как бы, ну вот после их укуса там. Гниет рана там, знаешь. Да. То есть такой вредный. Вроде как, он схватит, и пока не сам, он тебя не отпустит. Понятно. И у него язык, такой длинный язык. Слушай. Я это видел, как варан как бы вперед бежит. А ты теперь покажи, как он отсюда и назад. Задом. А назад не смогу я так. А не, как не смогу? Не. А как? Ты как бы повернешься спиной и туда побежишь, просто в ту сторону. Давай. Грибобас, это будет называться, как это, типа там грибобас варан, что-нибудь такое, серию надо назвать. Да, что-то в этом роде, пойдет. Ты это слышишь, нам можно это, детей развлекать в садике. И еще, стоп, слышь, я это видал. Ну ладно, давай, говори. Такая обезьяна большая, типа как питон, ну наверное так три длиной, такая толстая. Голова такая большая, голова такая вот. И такая толстая. Вот. Ну тоже он сильный. А там питон разве есть? Ну нет, типа того. А-а-а. Типа, я не знаю, как называется он обезьяна. И он цвет такой. Обезьяна? О, нет. Змея. Но... У него цвет такой. Вот, посидите. Вот так, покажи. Вот типа такого цвета у него. Серенький, да? Да. Серенький, такие черные пятна, такие, ну как крапинки такие черные. Вот. И, короче, вот тут на голове. Вот как вот такая вот. Похоже на очковую кобру, похоже. Вот такая штука. Очковую. Ну как называется? Ну вроде бы да, так. Вот. Ну она очень сильная. И она ползла как-то.
не прямо, а боком где-то ползла. И так изгибал, и так боком так чик-чик-чик ползла. Давай, короче, слышь, давай оттуда теперь, как змея ползла, покажи. А я не смогу так, это как это? Ну попробуй, попробуй. Это, подожди, это очковая змея, да? Ну похоже... Да, не-не-не, давай, куда ты пошел-то? Вот, и как-то вот... Вот так, как-то вот она ползла. Ползла и шипела так. И язык такой, и так вот, боком. Но мы все от нее убежали, не стали с ней. Ну она, ты показал, она большая была. Ну, большая, метр по длиной. И толстая такая. И, да. Ну, где-то вот такая точнее, например, была. Вот. Вот, что-то мне кажется, ты преувеличиваешь. Почему? Слишком толстая показывает. Ну, может, поменьше маленькая была. Ну, мне кажется, мне, я так думаю, вот такая примерно, вот такая. Ну, может, такая. Я вот. Не помню. Ну, где-то вот такая. Вот любишь ты грибовать все преувеличивать. Причем раз в 5, наверное. Да, не, ну, ты тогда помнишь, сказал, елка 50 метров. Представь, 50 метров. Где была там? В Туркмении или где? Или в Лабытнангах, не помню. В Лабытнангах. Вот. Пятиэтажка 15 метров. О-о-о. Это получается, ты говорил, что елка как три пятиэтажки. Ты значит с размером соврал, так. Соврал, видишь? Соврал я. Любишь ты все преувеличивать. Соврал я. Извиняюсь, соврал. Уехал автобус и не едет оттуда. Так а что, времени еще немножко прошло. А время сколько уже? Подожди. 12:48, час. А кстати, скорпионы, они так быстро бегают. У них жало такое сзади. А у них как-то это хвост так загнут и такая штука. Это в принципе, если его изображать, надо как бы руку так сделать. И так бежать. Я его не буду изображать. Ну попробуй. Да как? А как его изобразить? Ну не знаю, представь скорпиона. Не, ну как варан бежал там вот этот. Ну я видел, как он бегает. А мы еще, короче, когда... Ну я тоже видел, он интересный, у него такие движения интересные такие. Мы и, кстати, он быстро очень бегает. Он быстро бегает. И вот она... Мы еще, которые были в карауле, короче, у нас были старые. Ну там, деда, дембели. Вот, они, короче, были в пустыне, где охраняют, где там такое, как это называется, летная база. И там всего вот такой, как ключ от дома, вот так, выходит в землю. У меня такого, так 15, может, длину такая, не очень большая такая. Ты имеешь в виду ангар? Ангар сам, да. Вот, а мы не поймали варанчика. Ну, где-то ну, такой небольшой варан всего лишь. Ну, детеныш еще. И привезли его в часть. Потом опустили его. Но он зубки такие, он бегает, он дикий же. Мы потом выкинули его на улицу. Убежал он. Вот. Понятно. Ну ладно, выключай пока. Ага, ну давай, счастливенько. До следующего включения. Итак, едем в город. Сейчас будет горка. Ну, минут 10 еще осталось там до нашей остановки.
кстати, девятиэтажное здание. У нас самые высокие здания — это девятиэтажки. Вот одно из них. Я имею в виду жилые. Есть такие-то здания, которые промышленные. Там вот на шахте капитальная башня, здоровая такая. Да скупим этот, он там просил сметану, что там еще. Ага, хорошо. Вот переход. Ага. А сметану еще что просил? А у меня там список написан. Ага. Да я сейчас зайду, а ты подожди пока что. Ага. Не, заходи туда. Ага. Ладно, ну, сейчас бегу. Не подожди. Давай, что-то, стой. Здесь будешь? Да, послушай, давай. Сейчас, подожди. Баба, сколько время? Сейчас, подожди. Освещение, да, уже включили. Так, 23 минуты второго. Ага. Ты знаешь, что там вот туда дальше, если пойти, что там? Нет, не знаю, я там не был ни разу. Было, но даже было лет, наверное, может, там 10 тому назад. Очень давно, я даже не помню. Там река Инта. А, там река же, о, я и забыл совсем. Что ты думал? Река Инта и там этот Новобольничный район. А, называется Новобольничный, да. О, ты. Угу. Там, видишь, как бы видно, что такой спуск такой идет, ага, да? Ага. Там, если там купаться, там никак нельзя там купаться, да? Ну, можно, надо только место хорошее искать. А, понятно, понятно. Да, у нас там редко бывает, чтобы тепло было. Ну, в принципе, это да, все правильно. Июль самый жаркий месяц, да? Да. В прошлом году же мы не купались, да? Нет. Ну, в прошлом году мы на этом купали. Когда были мы, это да, на Каме-то, у бабы Любы-то были мы в гостях. С Камилом купались, вот так, в Каме купались, с Камилой. Ага. Вот там вода понравилась, вода такая теплая, хорошая, вода такая, приятная такая. Плаваешь так, приятно так. Угу. Командира убил. Дядь Лёнь, 61 канал, да? Да. А почему, говорят, это телевидение это мозги разжижает?